Уголь хороший. Сегодня у нас 15 декабря 2016 года. Вот нам на ползунов 6 стали привозить уголь. Блин, у тебя получается. Подержи, я расплачусь. Ага. Это получается за рейс по 4300 вообще, да? Ну, по 4. Со скидкой по 4 нам, да? Да. О. Хорошо как. Слава богу. Сейчас купей. Что? Пока не включай. Ага. Володя тут вот рассчитывается, у него финансы тут. Да-да. Пачка дал. Отец Аким дал. Вот и все, уехал. Уже второй рейс. Это уже привезет 6 тонн пока. Это уже второй рейс, каждый рейс по 1,5 тонны. По 1,5 тонны, да. 2600 стоит тонна. Тонна 2600, получается 4300 с доставкой. Но да, он... 400 рублей доставка. 400 рублей доставка. Ну, этот мужчина нам сделает скидку 300 рублей с каждого рейса. Получается общая экономия 1200 рублей. Так что вот так вот. Видишь, уголь-то вообще отличный. Уголь отличный, да. Я говорю, я одно время работал на котельной на Урале. И там у нас уголь разные привозили. Бывали камушки маленькими к ним привозили. Это одна радость в котел закидывать. А бывало привозили надземный уголь. Тот вообще как земля. Его кинешь, он тут же тухнет все это в котле. И только в поддувал оставили вентилятор, тогда начинало гореть. Так что Господь, вот это милость Божия просто такой уголь. Ну и, конечно, стоит хорошо. Дешевый-то, конечно, он плохой будет, какой-нибудь землей будет. Ну так, слава богу. Ну, слава.